Что такое черное? Ты что такая черная? Клиентов делала. Привет, привет, девочки, привет. Вышла к вам, потому что есть вопросики у девочек некоторые, да? И хочу, чтобы все это увидели. Блин, что у меня дергается? Ну, короче, у меня тут камера так коряво закреплена. О чем я говорю? Да, мне сегодня, кстати, ноготочки сделала Юлечка Киреева вот с витражиками, но пока они у меня еще не украшенные стразюльками, вот сюда посажу камней. Но это уже сейчас после того, как с вами поболтаем. Смотрите, девочки, к чему я. Всем еще раз привет, Женечка, привет, всех вижу. Смотрите, я сейчас хочу вам показать, что мы будем работать, как мы будем работать с вот такой фрезой. Фреза называется усеченный конус. Раньше только этой фрезой я готовила ногти, и вот как практика показала, сейчас мы, видите, как возвращаемся ко всему забытому старому. Что у этой фрезы? У нее рабочая поверхность абразивная, у нее есть угол, вот он, да, уголочек, и у нее абразивный торец. Сейчас я вам его нарисую, чтобы вам было видно. Вот. То есть вот такая фреза. Она может быть меньше, ну, короче, длиннее, неважно. И у меня она с синим воротником. Вот. У нее рабочий, еще раз говорю, вот у нас тут вот торец абразивный. Добрый-добрый вечер, всем привет. Я тоже соскучилась, буду к вам, надеюсь, почаще выходить. Вот, синим воротником я работаю. Что нужно понимать, как нужно работать этой конкретно фрезой? Она делает очень много вещей. Можно и делать резекцию, работу латеральных пазух, отделять, двигать кутикулу, отрезать прилипшую кутикулу. Ну, короче, по трещинам работает. То есть она очень такая многофункциональная. Заменяет собой очень много фрез. Позвал отлично. Вот. Здесь что вы должны понимать, как ей нужно работать. Есть несколько методов работы с этой фрезой, но я сейчас поговорю про ногтевую пластину. Я тут Дашеньке уже, ну, Даша просто готовим сейчас к покрытию, и здесь мы чуть-чуть поотделяли уже кутикулу алмазная, да. А здесь вот смотрите, какая у нас тут уже прилипшая такая кутикула, сухая, там в латералках куча всего, ну, на камеру вообще жесть, если честно. Тут у тебя, Даша. Вживую не так было страшно, на камеру она такая красоту создает. Вот. И как раз этой фрезой можно поработать, чтобы Женя, привет из джакузи, говорит. Ну какая ты вот все. Привет всем джакузи жителям большой. Да. Вот. С ногтей, ну скоро, да, поселюсь сюда с трасс. Вот, ну ладно. Итак, девочки, я сначала обрабатываю вот здесь вот латеральную пазуху, ставлю вот таким образом фрезу и двигаюсь. Это для правшей сейчас рисую, для левшей. Ну, то есть в зеркальном отражении будет с этой стороны все то же самое. Давно, ну вот недельку, да, меня не было, но ничего. Мы будем работать в этом направлении. Дальше нам нужно поставить фрезу или вот отсюда, то есть мы этот участок, один из методов, да, пропускаем, потому что очень часто рубят его здесь. И вот чтобы этого не было, мы его пропускаем. Дальше ставим фрезу. Весело вам, да. И нам грустно. Здравствуйте. Блин, Имень, не сбивай меня своими тут. У меня сразу мысли у вас в джакузи, понимаешь? Как вы там кайфуете. У нас всегда торец фрезы должен быть абсолютно параллельно кутикуле. Фрезу вживую, да, я уже показала, еще раз покажу, сейчас буду и работать. Вот. То есть мы должны поставить фрезу таким образом, чтобы она у нас была, вот кончик фрезы постоянно. А, ну да, может быть. Нет, это все с временем. По поводу барабана, пожалуйста, можно это делать барабаном, единственное, там угол будет наклона более контролируемый, то есть вы должны это делать более контролируемым. И вот мы двигаемся вот в этом направлении, да, и выходим в латеральную пазуху, очень удобно. Если мы не хотим вот угол там делать верхний захват, то есть я буду двумя методами работать, я вам два ноготка оставила, да. Первый метод, когда мы работаем
Вот таким образом. Сначала мы идем в латеральной пазухе, это сейчас покажу. Потом пропускаем вот это закругление, поворачиваем фрезу и двигаемся, отделяя, отодвигая кутикулу, и выходим в латеральную пазуху. А вот это первый метод. И вот этот участок, который я выделила, да, мы ставим фрезу уже вот так вертикально, и торец у нас работает по ногтю, а боковая часть работает, отодвигая, отделяя кутикулу. То есть вот именно это место. Второй вариант, если мы также латералку здесь поработали, а потом мы делаем уже, сейчас не очень удобно будет, но покручу Дашу, вот. Да, вот. И делаем мы верхний захват, то есть работаем вот с этой стороны вот таким же образом. Но вот это менее логичный вариант, потому что мы анихобласт, ну не по росту анихобластов здесь работаем, а против, именно вот в этой зоне. Если мы, как вот здесь я вам показала, работаем, поставили фрезу вертикально, сейчас вот так вот покажу вам, вертикально, идем вниз, то значит у нас это идет все вот так. Я торец рисую, фрезы вот так у нас становится, рабочая поверхность двигает кутикулу, а торец по птеригю работает. И двигаемся вниз, то есть только вот в этом участочке небольшом, да. Или же, как я сказала, мы это игнорируем, делаем верхний захват. Давайте еще одну так вот схему нарисую. Тут мы поставили вот так, поработали вниз, потом сделали верхний захват, и на верхнем захвате поставили фрезу вот таким образом и пошли уже, то есть вверх полностью, вверх до самого конца. Я вам покажу и тот, и другой вариант. Так, ну что, поехали, девочки, будем с вами работать. Я работаю на максимальных оборотах в данном случае. Сейчас, так, не потерять фрезы. Трансляция, да, наверное, останется. Напомню о химии. Сейчас напомним о химии. Смотрите, девочки, у меня сначала идет вот таким образом фреза. В латеральную пазуху я попадаю. Трясется, правда, немножко, извиняйте. Вот, углом в латеральную пазуху и вычищаю все именно оттуда. Вот, вычистил, чтобы там более чисто было. Здравствуйте, Оксана. Вот у меня в латералочке все чистенько. Теперь, здесь вот это не латеральная уже пазуха, синус, я его пропускаю, поворачиваю фрезу. Вот фреза у нас должна быть абсолютно параллельно ногтю. То есть, если мы поставим так вот хоть какой-то угол, естественно, углом мы пропилим борозду, да, чтобы этого не сделать. Ох, как под камеру сейчас, это нелегко. Добрый вечер. И вот я аккуратненько начинаю двигать. Я сейчас зацепляю здесь материал, потому что обороты рабочие. Рабочие у нас обороты. Вот я отодвигаю. Видно, то есть все, что у меня было прилипшее, все это счищается. Эта фреза, она физически не может. И выхожу вертикально в латеральную пазуху. У меня сейчас нету сметки под рукой, поэтому я вот так сделаю, подую тут на нашу Дашу. Эта фреза физически не может выгрести вот оттуда все, понимаете? То есть это как один из этапов подготовки ногтевой пластины может быть. Вот, но я вам покажу, что делать дальше. И теперь я ставлю вот таким образом пропил, ну значит, вы неправильно фрезу ставите. И теперь я ставлю, смотрите, вертикально фрезу, чтобы торец лежал прямо на ногте, а боковой частью я двигаюсь, отделяя, ну как бы спиливая кутикулу, именно боковой частью вот этот угол. Это вот один из первых вариантов. Я таким образом, кто, девчонки, у меня учился там 5 лет назад, да, то есть мы начинали подготовку ногтя именно с такой процедуры. То есть как пушером немножечко двигаем кутикулку. А вот, то есть мы никакого здесь подкутикульного пространства не проработаем, понимаете? То есть нам нужно спилить, я сейчас тут вот белый гель-лак, остатки тоже спилю. А вот, мы будем только лишь убирать вот эту вот сухую кутикулу, которая наросла, прилипла.
Это этой фрезой сделать очень легко. Но и есть вот такой вариант пропилить и сделать какую-то ошибку. Да, что-то уже был пропил, поэтому не обращаем внимания. То есть видно, что у нас там не все идеально. Белей сказала не-не. Так, наливай срочно, Белей. Срочно. Срочно. Нет, нет, орёт, но это не для Белей. Нет, 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 Белей наливай, да? Вот, второй вариант. Когда мы делаем также вот эту латеральную пазуху. Да ладно, девчонки соскучились, надо им чуть-чуть сдать. Глядишь, и другие инструктора тоже подтырят, как мы обычно это видим потом. Забавно. Ну ладно, пожалеем их несчастных. Итак, я вот эту сторону сделала, теперь я делаю верхний захват и поворачиваю пальчик вот на бочок. Вот таким образом повернула, зафиксировалась и начинаю работать в этой части. Не знаю, как вам там видно или нет, надеюсь, что да. Потому что мне под камерой тут капец как неудобно. А еще ж Дашку и не пропилить надо. Сейчас вот тут гель-лачок старый сразу убираю. Видно, отлично. И вот начинаю потихонечку поворачивать. В любой фрезе основной закон, вот кто у нас учился и знает, да, что мы делаем супер маленькие шаги и без какого-либо давления. Вот это очень важно, что вообще давить нельзя. Фреза должна все делать за вас. Если фреза не будет делать за вас, выкиньте эту фрезу нахрен. И вышла в латеральную пазуху. Почему многим жжет на больших оборотах? Потому что вы задерживаетесь на одном месте и, соответственно, давите и пропиливаете. Как еще можно неправильно работать этой фрезой? Вот сейчас я, видите, просто кутикулу вот эту вот подотделила немножечко, спилила что-то, но это пока такая грязненькая работа. Как неудобно под камерой. Ладно, я другой еще фрезой сейчас поработаю. Вот эту грязную работу сделаю. Уберу из нашего предыдущего косячного пропила гель-лак. Вот. Насколько клиент фрез красносечкой? Ну, я мало работаю с красносечкой. Вот, она быстро забивается, стирается, выходит из строя. Вот, а так я же не знаю, сколько вы там ее лазите, как забиваете. Вот эта фреза еще опасна чем, девочки? Кто, если вдруг работает, так же, как и барабан. Если вы ее поставите неправильно, вот как бы, чтобы торец кутикула, как в зеркало смотрелся свое отражение, то есть напротив кутикулы, да, то есть поворачивать. А если вы будете ставить фрезу вот таким образом, например, то есть понимаете, что это будут ступеньки, и вот здесь вот будут порезы. Или кто-то ставит фрезу под каким-либо углом, под одним, то есть вот так вот идет, ну то же самое примерно, или вот под одним углом вот так вот работает. То есть тут тоже могут быть махры и порезы. Поэтому с этой фрезой надо просто аккуратненько работать и понимать, что конкретно вы ей делаете. Дальше я возьму, конечно же, свою волшебную фрезу. И вы все ее знаете. Видно меня, слышно? Пиликните кто-нибудь, то не пойму. Может быть, у меня висяк. Сердечки бегут, а... А, вот вижу, что пишете, а то я вдруг думаю, не слышно. Есть такая, да, она и в наборе есть, и кто-то отдельно покупал. Такая у нас твердосплавная фреза. Чем шлифуете кутикулу? Ручками, ручками прям беру и нашлифовываю. Девчонки, все шлифую шариком маленьким. Фреза-бомба, да, кто уже знает эту фрезу, просто никогда от нее не откажется. Эта фреза у нас делает супер чистоту, отделяет кутикулу. Вот, вот там вот все нам делает красиво.
Она может быть с красным воротником, может быть с зеленым, вот с, господи, с чем я говорю, с желтым, у меня с желтым. Она делает желтый воротник, она делает такой карманчик красивенький. Я всегда этой фрезой, ну тоже можно и на верхнем захвате работать, а можно и с реверсом. Я люблю работать с реверсом. То есть видно, вот она там все делает круто-круто. Вот там красотулечка моя. Так, реверс переключаю. Ну, после этого некоторые отрезают кутикулу, но я шлифую торец. Я, конечно, сейчас покажу, как я шлифую торец, девочки, но вы на камеру сейчас вряд ли поймете. Кто-то, может быть, и поймет. Ну, кому надо, тот поймет, да? Вот там вот видно, у нас уже внутри более... У меня 26 сейчас, я на максимуме работаю этой фрезой. То есть, если вы что-то не отделили предыдущими фрезами, недоубрали птериги, эта фреза все за вас делает. Но, к сожалению, вот я еще раз говорю, что на камеру ей нереально показать, вот как она убирает. Она настолько вот аккуратная и безопасная, что новичкам и вообще профи, кто учится, она просто вообще супер офигенная. Безопасный конус и твердосплав с желтым воротником. У нас они тоже есть в интернет-магазине azarovashop.ru. Можете заходить на наш сайт azarova-s.ru. Вот, кто не успел, можете сделать скрины. azarova-s.ru. Там у нас есть интернет-магазинчик и разные фрезы. Есть наборы фрез с большой-большой скидкой. Вот, и можете там посмотреть. Так, сейчас я возьму маленький шарик. Девочки, кто с нами первый раз или кто у нас еще не побывал на химии материалов, я всех призываю, даже требую, настоятельно рекомендую, чтобы вы пришли на наш онлайн курс. Вот, да, в Беларусь тоже доставляем. Вот, на наш онлайн курс Юльчика Белей, он в записи, будет доступ 2 недели висеть, и, пожалуйста, приходите, там будет рассказана вся, здравствуйте, вся химия материалов, что из чего состоит, всю историю материалов расскажем. Вот, ну прям очень будет такой интересный подробный курс. Кто-нибудь из вас уже был, я уверена, поделитесь впечатлениями с девочками. Вот, замечательный. Да, глаза открываются, я с вами абсолютно согласна. Очень много информации и за такие небольшие деньги. Поэтому вот я вам сейчас показываю, что я шлифую торец кутикулки, чтобы он у нас потом лег и был чистый. Фантастически. 2000 рублей стоит курс. Да, надо. Карты Сбера можно, все можно. Поэтому, девчонки, заходите на сайт naelita.ru. Я вам сейчас его напишу. Сейчас я буду кутикулу дальше удалять, я вам напишу. Тут вот. Где найти инфу о курсе? Смотрите, вы заходите на сайт naelita.ru. Там будет два курса. У нас там будет открыто два курса. Один называется «Анатомия материала». 3000, кто хочет сертификатом. Да, беззаловка, поэтому да, уже говорю. Вот. И второй курс – это кто хотел лепочку с гелем и... Отлично, спасибо. И он называется «Гелевая флористика», по-моему. Флористика. Там я показываю лепку гелем, акрилом, очень, ну, незатратную лепку, я бы так сказала. То есть вам там не надо покупать 500 разных акрилов и гелей. И там, да, 2 недели. И там еще весь Юлин курс объема на каплях.
Вот, девочки, все секреты, вот реально все секреты объемной флористики на каплях и лепочкам. Вот, пожалуйста, заходим на сайт Наэлита.ру, там информация, которая будет по этому курсу. Сколько по времени? Она длится 7 часов, наверное. Но вы можете смотреть абсолютно в любое удобное вам время, когда вам захочется. Вот. Смотрите, когда вам прям вот нравится, ночью, в туалете, на кухне, рядом с холодильником, детей, когда уложили спать. Вот прям смотрите, это не в, ну, в записи, поэтому в любое удобное для вас время. Перемотали, отмотали, чат скрыли, все. Ну, там очень подробно. Мы, да, откроем запись, вот сейчас мы, как бы, кто хочет оплатить, оплачивайте. И 22 числа мы открываем запись. Потом, ну, полгода минимум точно не будет, поэтому не пишите, что вы не успели, не обижайтесь. Вот, сейчас я вот так вот сделаю, давай ручку. Химии пока нет, мы будем новые курсы, моделирку. Это в перископе, да. Нет, не будет поездки в Германию, девочки. Я сейчас на маленьких оборотах буду работать. Не будет в Германию, к сожалению. Поэтому я сейчас больше буду с вами. А вернее, если все получится, и не только с вами. Вот. Сейчас работаю куполом. В перископе я не позову. Нет, вы потом зайдете в наш аккаунт. И там, ну, в общем, все написано, что как будет. То есть вы будете заходить и смотреть любое удобное время в аккаунт Наэлита, нажимать кнопочку «Недавнее», и там у вас будет группа «На том материал». Вам не надо нажимать «Выходы в перископ», это многие умудряются это сделать, да? Там именно... Так, сейчас, чтобы было видно. Там будет именно кнопка «Недавнее», и заходите, все под номерами, как обычно, у Юли, у меня, все будете смотреть. Как оплатить? Вот вы заходите на сайт naelita.ru, и прямо на сайте можно платить. И нигде в другом месте, девочки, только там. То есть на стене мне ничего не пишите, потому что есть куча мошенников. Оплата... У меня сейчас 6000 оборотов скорость. Вот так, небольшая. Я сейчас спиливаю непосредственно кутикулу, да? Да, истончаю вот эту вот юбочку, которая у нас появляется. Это фреза, да, как большой шарик, да. Под камерой просто не очень удобно это все показывать, но тем не менее. И вот она спокойненько у нас срезается. Мои девочки, кто у меня учился, они сейчас лишний раз посмотрят. Может быть, что-то опять на ус себе намотают, примотают. Вот, и сейчас с красненьким. Да, с Украины, пожалуйста, тоже есть PayPal. Можно PayPal. Да, спасибо, девчонки. Мы очень подробно разъясняем, все поэтапно. Моделирование пока не скажу вам когда, потому что он будет переписываться. Мы сейчас выбираем формат какой, то ли это будет живой, то ли это мы сделаем отдельно запись и также будем ее продавать. То есть мы с Юлечкой это обсудим. Сейчас я работаю красным шариком. Он мне доглаживает, дополировывает все это дело. Я сейчас не буду работать ни шлифовщиком сверху, как я это обычно делаю. Я еще раз желтый пройду, потому что нам здесь надо делать дальше покрытие. Здравствуйте, здравствуйте всем. Так. А, еще у меня новость такая, кто с Нижнего есть. Тут девчонки с Нижнего Новгорода. Если да, то я к вам в сентябре после Невских берегов приеду с своим супер-мега-крутым курсом по моделированию. 5-дневный курс. Я приеду к Наташеньке Клениной. Блин, у меня тут ничего нету, чем протереть. Ну ладно, чем-нибудь протру. Пойдем. Есть, вот она, красавица моя.
В Москве будет, да, в октябре месяце в компании Нелика. Вы можете туда приходить тоже. Да, курс по моделированию 5 дней. С вами Forever. Классно. То есть вот так вот можно подготовить без фанатизма. Курс после оплаты. Можно будет ставить на паузу и пересматривать несколько раз. Да, и более того, у вас будет именно 2 недели, когда вы так сможете делать. И днем, и ночью, и когда хотите. Вот. Тут вот чуть не удалила белый. Ладно, потом уберу. Девочки, скажите мне, с конусом понятно, что делать? Нет, не базовый. Вот здесь вот кусок вижу. Желтый, наверное, да, не прошла. А, я с желтой не прошлась. Вот я лох. Ну, Ростов молчит пока. Что поделать? Понятно. Ну, отлично. Я в конце всегда доподниму. Ну, это если при гель-лаке тут еще не доубрала, конечно, до конца. Чтобы там совсем все было у нас чисто и красиво. Я еще раз прохожусь желтой, дабы себя так доработать. В Минск. Ну, ищите организатора. Да что такое, убегаю я все время. Просто вот здесь вот увидела кусочек. Вот. Короче, вот так. Не бойтесь, девочки, конуса. К нему надо приспособиться. Это может быть, да, маленький барабанчик. Это может быть все, что угодно. Но конусом усеченным тоже можно прекрасно работать. И сухую кутикулу тоже спилить. Я сейчас оставила немножечко. Вот видите, там кутикула такой нормальный, живой. Чтобы она у нас так сильно сейчас не нарастала. Вот здесь, правда, не убрала. Ну ладно, тут все равно моделирование будет. Еще пилиться будет. Потом из чего-то уберем. Вот, отлично. На коррекцию, ну, где-то, опять же, в зависимости от сложности. Можно и 2 часа, можно и 1,5 потратить, можно и 4. То есть все в зависимости. Эрч, наверное, да? Все, Дашуль, ты можешь идти. Дальше себе там что делать, что хотела. А вот, пожалуйста. Вы все топиком будете? А, сейчас фоткать надо. Сейчас я тут на себя переключусь. Я, правда, сегодня... Угу. Привет. Я сегодня тут вот, видите, с косичкой. Девочка с косичкой. Вот, что вам еще рассказать, девочки? Красивые ногти. Да, мне Юля сегодня делала. Я сейчас буду прилеплять сюда стразики. Привет, привет. Раздюли, налеплю еще на большой пальчик. Привет, привет, давай, мастер. Вот какая ты тут на фоточке. Добрый вечер. Ладно, девочки, по курсам, если никаких вопросиков нету, больше все вам понятно. А я вся в лясках, в люксе, наверное, тут в блестючках. Да, я все сделала. Вот. Ой, да ну, не, к вам не выйду, я просто прилеплю их потом. Как можно ко мне на обучение приехать в Воронеж? Ну, смотреть за графиком, который у меня на стене, потому что пока у меня там все расписано и дальше. Отлично. Билдер гель можно арки моделировать? Конечно. На флекси базу креплю стразы. Шлифовку в самом конце. Не поняла. Да, посмотрите в записи. Что-нибудь новенькое узнаете. Вот. Короче, девчонки, приходите к нам с Юлечкой на Нелита. Мы обязательно с Юлей выйдем в перископ, когда встретимся. Надеюсь, в ближайшее время. Форма, да, есть. Покупайте, все есть. Стразы добавим еще. Крупные стразы все добавим тоже на сайт. Понятно? Отлично, отлично.
Вот. Когда будете смотреть там на химию, да, вы все-таки обратите внимание на лепочку. Я думаю, что вам будет интересно. Ладненько, все, девуля, буду с вами прощаться. Кто со мной в первый раз, подписывайтесь на мой канал. Вот этот перископ есть еще на ютубе. Что будет наноэлита? Будет химия материалов и гелиофлористика. Стартует также 22-го, мы его открываем, поэтому там также не узнала насчет доставки в Израиль. Это что? Уж в чем вопрос, не поняла. Количество, сумма или что? Что? Так, доставку есть в Израиль, все есть, все без проблем. Сейчас у Игоря спрошу, какая максимально. Вот. В Инстаграме приходите, подписывайтесь. Прикольно. Да, крайний день оплаты в 12 часов ночи, 21 часа по Москве. А вот. 4 глаза. Но у вас будет, девочки, 2 недели достаточно большое количество времени. Вас никто не запретит поделать скрины. Там очень-очень много информации про схемы какие, да, именно в лепке. В инста как найти, сейчас покажу. У меня есть, вот он мой никнейм. А еще, если хотите, девочки, я вам открою один секрет. Если вдруг захотите, сейчас он сейчас фокусируется. Так, фокусируйся. Сейчас, подождите, не скриньте. Не хватает глаз. Ну давай, давай. Не хочет, он уже устал. Телефон. Детские вопросы отпадут. Я согласна. Но там и не только детские вопросы. О, вот так. Вот мой инстаграм. azarova.studio. Пожалуйста, подписывайтесь. В инста буду рада. Посмотрите старые работки. И все-таки... А, вот наш сайт. Еще раз azarova-res.ru. Вот. И, девчоночки, какой секрет? Сейчас скажу вам, какой секрет. Надо конусом, да. Не смогла на сайте найти курс химии. Так называется или что-то пропустила? Вы заходите на сайт не этот, а на сайт, который я до этого написала. Вот этот, на Элита.ру. Вот, на Элита.ру, блин, эта подставка мешает. Вот здесь вот есть информация. Вот здесь, на Элита.ру. На Элита.ру 2000 рублей и 3000 с сертификатом. У нас стандартная цена. Два курса мы сейчас открываем. Анатомия материала, гелевая флористика. Вот идем сюда, да. То есть на моем сайте там другая информация. А это у нас такой курсовой сайт. Вот. И, девочки, если кто из вас заказывает стразики Сваровски оригинальные, вдруг на сайте Кристалляндия, кристалланд.ру, а если вы хотите, чтобы вам еще делали определенный подарочек из видов страз, можете написать мне в соцсетях где-нибудь, ВКонтакте или в Инста, я вам скажу кодовое слово, которые вы будете вводить в конце заказа, и у вас будет подарок еще к вашему заказу. Вам приятно, да и им хорошо, а мне просто вот просто. Вот. Если вдруг кому-нибудь нужно, да, то welcome. Да, я вам скажу там кодовое слово. Ну, просто его нельзя так это на всю Ивановскую разглашать, а вдруг, если вы там заказываете, да... Они вам будут присылать, они по всему миру рассылают, по-моему, кроме Украины. В гелевой флористике будет... Блин, мне сейчас сходить, прям поискать типсы. Если хотите, подождите, я пока пойду принесу типсы. Да, подождете, сейчас покажу. Если подождете, сейчас я... 2 секундочки, да?
Так, девочки, давайте сделаем с вами так. Я пока тут не могу себя там найти, потому что у меня там очень куча всяких типс. Давайте сделаем с вами так. Я сейчас выставлю последний пост в Инстаграме про гелевую флористику. Ну, именно что мы там делали как раз с Юлечкой. Вот здесь в своем аккаунте. У вас кристалл пикси в маленьких фасовочках есть. По 400 рублей, не знаю, остались или нет, чуть-чуть, по-моему, было. В Инста есть фотки с курса. Да, все правильно, вы можете зайти в Инстаграм и полистать, ну, там недалеко, недалеко. Там лепка и объемная флористика на каплях от Юли. Ну, там просто огромное количество дизайнов. Заходите в ВК, показываю, не сюда. Вот там нижнее подчеркивание, а вот здесь вот Азарова.студио. Там акрил и гель. И хитрости миллион всяких разных. Как можно делать самостоятельно. Это замес для лепки, да, то есть вы то же самое сейчас после курса можете с пластилинами делать и все что угодно. Там минимальное количество материалов, у вас все это есть уже, мы специально, можно и пластилин тоже, минимальные затраты вообще, просто их нет. Вы будете использовать именно то, что у вас уже есть в наличии, вам не нужна какая-то специальная штука, там специальный акрил или еще что-то. Я покажу, у кого есть акрил, у кого нет акрилов, у кого гели. Объемная флористика от Юли, то же самое, что она дает в Москве на живых, да, то, что она дает на живых, вот, возможно, что-то другое и что-то новое, но то, что на живых все равно чуть-чуть по-другому, да, если с акрилом не сталкивались, научитесь, да. Украину мы делаем доставку, а, по-моему, Кристалляндии нет. Я не знаю, почему они сказали, что не делают, вот, а мы делаем. Поэтому, ну, у нас страз там только крупные стразы. Научитесь, кто был, да, сейчас актуально, и свадьбы там все. Но я думаю, вам понравится. Все, девчульки, буду с вами прощаться. Давайте, чего уж тут затягивать, у меня тут тоже уже, вон, видите, сидят тут красотки, фоткают маник. У нее сегодня такой денек отработочный. Она, конечно, вот, видали, какая довольная сидит в кофте, и ногти у нее такие. А вы на живые пойдете? Там просто на живых у Юли, а тут еще и я. Понимаете? Поэтому, ну, от вас не убудет, поверьте. А потом скажете спасибо. Все, красавицы мои, спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы про конус, то, что у нас сегодня трансляция получилась не только про конус, но еще и про другие фрезы немножечко. И вообще такая информативная, да, я надеюсь. Вот, поэтому все, фрезу не боимся, пробуем.